Представься еще раз нам. Я Синдинский Алексей. Отлично, ты уже не первый раз здесь. Вот насколько у тебя впечатления от этой смены? Впечатления очень хорошие, были вожатые. Рад, что поехал почти весь коллектив, который был в прошлый раз. А насколько вот это любопытный опыт был, то, что здесь у вас были вожатые? Насколько лучше по сравнению с тем, когда у вас их не было? Но когда у нас их не было, у нас мы как бы не участвовали в общелагерных мероприятиях. Как бы из-за этого было несколько скандалов. А сейчас, но зато мы тогда отдыхали очень много. Сейчас они у нас занимали нас каждую минуту, так что было очень весело. Но вот опять же кто-то жалуется на то, что совершенно не отдыхает. Ну, а как звали вожатых? Вожатых же звали Ника и Наташа. Отлично. А что тебе больше всего запомнилось на этой смене? Ну, я думаю, квест, который нам сделали вожатые по «Властелину колец». Отлично. Насколько ты готов к выступлению, которое скоро будет? Я думаю, еще сейчас допью чаечек, съем еще несколько сушек. И поговорю с ребятами и думаю, буду готов. Отлично. И, не знаю, приветики кому-нибудь, пожелания? Я желаю удачи и успеха в творческой жизни Веронике, Наташе и всем вожатым педагогического отряда «Подольск». Также желаю, передаю привет маме, папе и всем своим друзьям и знакомым. Также желаю успехов всем остальным отрядам, потому что эта смена получилась очень творческой. Спасибо тебе.